разве это дед его? Это не дядя какой-то там? Короче, у нас мега стрёмный респ, и уже челы внутри могут быть. Угу. Я типа энергию собираю. В западке какой-то замес. Можем пойти в западку сразу тряхнуть. Пойдем. И позабить на восточку, пойти в западку. Там какая-то херня, типа пистолет какой-то стрелял. Как будто. Заходим внутрь или... Топот. Он пробежал 31-й вход. Забрал двоих? Нет, одного забрал. Один сдали, один в комнате справа. Я правого тебя смотрю сейчас. Я пробую попасть туда ему. Не стоп. Я улицу смотрю, Дим. Да, блин, не могу попасть в эту дверь вонючую. Один вдали, один справа в комнате. Блин, как я его не забрал? Что за бред еще? Я попробую дальше сейчас убить, короче. Я могу право комнату посмотреть. Не вижу даль. Самая ближняя к нам правая комната? Нет, вторая. За кулером водяным. Угу. Я ее смотрю нон-стопом. Пробуй пикать. Убил даль. Комната будет пикать сейчас, наверное. Я смотрю. У нас справа чел был очень забыл. Хаешки есть? Да, право слышал. Нет, хаешки? Нет. Хилится. Забрал. Хорошо. Перезаряжаюсь, контроль. Я против тебя встал. Угу. Я докидываю магазин. У нас, походу, то ли топор какой-то, то ли что, в 301-й, наверное, убежал лутаться. Блять, машину, блять. Надо было тебе это ник делать, машину просто. Блин, в натуре машина надо сделать. Да такой есть по-любому уже. Сделал спорткар, ребят. Можно ник сделать, куплю гараж. И номер телефона сюда написать. Если вас побеспокоят, блять, звоните. Или, знаешь, ник наберешь и номер телефона тупо туда с... Как там дела, Дим? Идет слева. Куда уходил? Слева. В конце коридора. Либо над нами ходит. Бля. Я слышал стекло, это впереди будет. Впереди... Да, впереди пикает. Забрал. Там еще, помню. Сильно влияние поставляйся, я его прям пиксель смотрю. Прям почекаем. Ой, у меня фризы какие-то лютые. Тихо. Это я по дереву. Не топай, смотри. Будто бы в админке кого-то еще слышал. Короче, админку отпиздить, потом все. Тут фри. Сейчас подвал почекаю, подожди, послушаю. Я не слышу. Ложись коробкам так, к стенке, лутай его. Забирай вообще все с него. И отойдем назад туда. Давай. Пол. Бля, у него пятый тип броника.
Надевай его на себя сразу, если он целый. Там у меня разгрузка, блин. Что за броник? Так-так? Гжелька. А, гжель, броник. Угу. Сколько хп на гжельке? Почти фоловый, ты им поебало зажал. Свой, одевай с него разгруз и броник. Свой бронеразгруз в рюкзак кидай, мы его выкинем просто, он застрахованный у тебя. Ты страховал же? Да, страховал. Все, просто выкинем, одевайся в него. Бегаем, мы как с западкой угадали, да? Не зря все побежали. Да, прям сразу просто, моментально. А у полута у него что-то есть? Он что-то залутал? Или пустой? Ну, пустой вообще. Тогда это не он, скорее всего, убегал. Я выкинул здесь броник мой. Давай, я его спрячу. Он лежит, наверное. У него КМ получше моего будет. Ты с него все достал, да? Он пустой? Да. Нет, не все, в смысле? А что там осталось? Кавка, сок, водичка, аптека. А, аптека, блядь, да, аптека моя была. Забыл. На аптеку, аптеку дропнул. Пить хочешь? Да, я все спрятал. Сачок скинул. Да. Попью. Поел сейчас. Гранаты у него были? Да, да. Скинул. Много? Парочку, если одну хотел? Две. Себе оставил? Окей. Да, себе оставил. Пойдем назад. Заходи, лутай вот этого чела, которого я был последним. Угу. Дим, топает. Улица убегает. Могут к нам зайти. Я по контролю. Убежал, походу, чел. У него здесь какой-то АКМ. Я вот не знаю, нормально он или нет. Смотри, ты можешь всяких калашей вонючих, типа, обвесы снимать просто и все. Открываешь пушку и просто Ctrl и LKM тыкаешь, и все, в рюкзак тебе падает. Если там совсем парашный ган, если какой-нибудь фуловый, типа, можешь целиком тебя забрать. Если там ручка крутая, цевьё крутое, например. А если какое-то говно, просто обвесы с него снимай, и все. Понял. Тут просто очень много трупов, типа, сейчас до фула забьемся вообще, скорее всего. И по идее скоро по таймингам, если в восточке кто-то был, они могут сейчас скоро к нам переходить уже. Я все там, вроде как. Че, я почекаю, вдруг что стоял. Улице тело лежит. А на улице откуда тело? Ты второго жрешь? Нет, я стою, жду твоей команды. Я типа ничего не стал жрать. Ложись как-то, не в комнату ляг, типа. Бля, ну тут чел вообще первый уровень был.
или я с прошлой каткой спутал? С прошлой, там я убивал типов на улице. Я сейчас никого на улице не убивал. А этот вообще пустой. Все, иди next, чекай типа. Только ложись как-то. Короче, смотри. Не-не-не, с комнаты его лутай. За ручку цепляешь его, нажимаешь F и отходишь назад резко. То есть ты как раз в комнату зайдешь. Прям за краешек его цепляй и резко отходи назад. Это тоже нужная вещь. Может пригодиться иногда. Чела сейвово облутать. Блять, не могу. Сука, сцепить так не могу. Короче, смотри, просто встал. Типа руку его нацелил, прям на максимальном расстоянии. И одновременно назад, и я просто нажал, и это шел, лутаешь. Дай выпусти меня только. Тихо, чел. Кряхтит. Он колючку перепрыгнул, это колючка была. Ходит над нами, я поднимаю, сейчас буду брить их, скорее всего. Комнаты лутает. Не помню первым. Тихо. У меня двое. Один с другой стороны. Один минус. Я обхожу, Дим. А где мне дали? Он у коробки центральной, у 218. Вижу. Ты где? Ты в конце? Да. Пикает меня, в спину убиваю его. Убил. Хорош. Еще были? Нет, двоих слышал. Я понял тебя, я видел тебя. Дерево, ты? Да, пожалуйста. Надо почекать, но вроде двое было, все. Это понял, это с восточки к нам перебежали, о которых я говорил. Блять, еще один в конце там, в комнате. Ты живой? Нет, он меня убил. Он стоит в углу. Здорово. Ну я вроде хорошо его так набрил. Сука. Лаки. Второе даже получается было. Нормально, боевой опыт получен. Да. Не, нормально. Типа я сразу пошел обходить, типа. Там вроде с нижнего чела, там внизу один чел богатый был 50 уровня, в самом низу под центром, под лампой, которую мы не лутали еще, понял? Угу, я почекаю сейчас. Да, почекай пока. Блин, мы столько народа уже убили, я не знаю, еще кто-то придет ко мне, не придет сюда. Ребят, не получится, у меня сироков много стоит, я не знаю, на каких мы сироках сейчас. То, что он на диком сюда залетит, это прям... Как красную карту найти, короче. Сколько-то времени сейчас на берегу? Ты можешь номер сессии сказать снизу слева, чтобы сравнить руки. Можно как-то попробовать типа на сервак попасть?
Можно, но у меня много серваков стоит, я не знаю точно на каком мы сейчас. Поэтому это прям, ну, вообще жесткий рандом. Очень-очень маловероятно. Если у меня стоял 1-2 сервака, еще типа можно. Ну, короче, тут вряд ли, скорее всего. Давай сейчас попробуем. Типа, нет, я просто пойду покачусь. Я сейчас запустился за дикого. Просто у тебя, скорее всего, даже серваки ж другие след. Я же пати собирал. Ну, вдруг, типа, мало ли. Ну, капец, они, конечно, садятся. Уже всех убиваешь, и этот чел сидит тут фул камнем просто. РПК твой, да, был? Я с чела забрал его. Там. Один с большой обоймой, типа. Это не мой. А с маленькой. Ну вот, у мой. Тебя был РПК. Да. У того там АКМ. А что мне на тебя раскидать? Ну посмотри, там, может быть, ну, там у кого-то другие пушки будут получше, блядь. Нет, понятно, я сейчас чекну. Какая сессия у тебя, Дим? Скажи свою лучше. 0.12, 6.8. Нет. Сказать, Дим, по серверу типа букву сказать тебе лучше. Ну да, ну ты же сказал уже 5 АМР, вот это, ну, или снизу там, где бета версия и вот дальше. Да. Не то другое. Челиков быстренько бутая. Фига тут пассажир плотный прибыл. На первом этаже? Не, на втором, которого первого вырубил, у него сейчас слик, короче. Топовый броник. Блин, куда это все выбросить теперь? А вот теперь я...
Ну, у меня был застрахован броник, по-моему. По-моему. Не, мы твою уж спрятали уже, на тебе вражеская, как жалька была. Да, да. Разгрузку мы спрятали, а остальное хрен его знает. Чел тупо слик новенький. Дорого стоит? 400к броник стоит. Ох, ебать. Блин, рюкзака у никого нету, нету большого. Что-то полутать уже даже успели. Атака снизу была. Сейчас, ну пока есть, пока лутать, ребят. Верхних-то разлутаю, нормально. Кто-то у меня ползает, то ли бот, то ли челобот, то ли чево какой-нибудь может. По первому этажу ходит. Сейчас будут трупы мои лутать. Алло, чел, вам не кажется, что вы... позарились на чужое добро? Блин, вот теперь бы понять, куда он засахарился. Что, неужели это просто бот прошел здесь? Всем заняться нечем. Да реально просто бот прошел, лол. Нормально-то такой жир у ребятушек. Подкожный жирок.
Нифига, у меня в админке челы еще есть. С эмкой, походу. Ребята, это ни в коем случае с вами не хочу стреляться. Если так подумать, у меня лута что-то не так много. У меня какие-то фул бомжи были. Про золото, Лёжа. Вот интересно, лутали ли они 301-ю? Чел ко мне пришел. Что-то ходит, очкует. Ты веришь, что мы с тобой не в одной катке, блядь? Не-не, точно. Ну-ка, прыгни. Прыгнул. Не-не. Я просто на полете заходил очку. Все, чел тоже сел фул камнем. Не понимаю, что делает. А, слышу. Братан, перепрыгивай уже, давай, я тебя встречу. Давай, прыжок. Оп. Алле, оп. Блин, еще и двое, походу. Минус 2 дал. Пиздец, там народу, блядь. Я все патроны уже истратил просто, братуха. Минус серф тупо. Я считаю, минус 7 уже дал, по-моему, ты минус 1 давал. Они еще друг друга, по-моему, убивали кого-то там. А чатик что? А я ничего, они сами идут. Вот они сами идут, понимаете? Ну, я их не звал вообще, как бы. Челы сейчас еще подиполутали всю восточку, фул залутанные такие пришли. Пойдем, говорит, западку чекнем. Чекнули, проверяю. Здесь у них третьего нету, товарища? Фул камня какого-нибудь.
Блин, если бы я сейчас в этой катке еще нашел красную карту, я бы так орал просто. Ну, последние прям вообще бедные были, конечно. Чё, они все в синих катках? У них, типа, сейчас у всех эти квесты, что ли, все в синем гоняют. В Онтарио этом. А статуэтка петуха дорогая штука? Да, нормально. Ту-т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 у. А есть фари какую-то пушку вытащить на следующие заходы? Да, я тебе вынесу что-нибудь. Тут же РПК какой-нибудь. Так, так, так. Ну, для начала надо выйти, конечно, как бы еще отсюда. Блин, я вроде всех залутал. Чатик. Чатик, чатик, чатик. Вроде всех почекал, хз. У них пушек-то нормальных на самом деле не было. Вот один, у одного чела был РПК и калаш семерочный. Калаш семерочный я... А погоди, а где калаш семерочный? А, блин, подожди. Я не забрал его, получается, еще, да? Я тебя начал раскидывать и забыл об этом калаше. Да, он лежит в тебе. Блин, гжелька еще не, гжелька убитая, очень смысла нет ее брать. Никакого. Так, ЛЦУ сюда, это сюда, это берем. Так. Глушачок тоже берем. Блин, приклад этот что-то стоит, не стоит, хз. Заберу тоже. Ой, фул барабан с этими, блин. Ну все, я прям как скотобаза вообще залутался. Место немножко освобожусь. Оп, оп, оп. 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 Хлоп.
Лол, тут еще комнаты не лутаны. Ага, понял. Лутанные. Это пьяница лутал, походу. Первая тоже, конечно же, лутана. Так, чекаю выход себе быстрый. Главное, чтобы быстрый был, чтобы сейчас прям по фастику выйти. Тут ты можешь сильно не спешить. Тоже за никого попал. О, ништяк, есть быстрый. Да мне просто в лом до туннеля бежать, типа. Не хочет, спустимся по-человечески, значит. Вот прикинь, сейчас бы ник был Булзай ТТВ. Как они горе хапнули бы. Ну, там вот и здесь было бы. Нифига себе, я как в аптеке налутался ровно 50 килограмм. Не граммом больше. Блин, вог выкинул. Забыл, что у меня вог есть. Вог для файтов хорош. Для силы его жалко тратить. Ну ладно. Ой, иголки. Это можно выстрелить. Говно патроны эти, которые не убивают вообще. Капец, там у кого-то сейчас просто слезы, наверное, навернулись, когда я 60 иголок сейчас просто в воздух дал. Ну иголки реально говно, фу, просто вообще. Их продать нельзя, и типа бегать с ними я тоже не буду, нахрен они нужны вообще. Эти иголки вонючие. Хлам, а не патрон. Я сегодня в начале пару каток сыграл, вообще исплевался просто с этих иголок. Минус 60к. Но для меня это не 60к, я не могу их продать, понимаете? Может, поэтому это минус мэр, хлам просто. Бум, сдержи кулачок. тысяч половины опыта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, минус восемь, короче. И ты одного забрал, да, в той катке? Ну, получается. Итого минус 9. И нас двое, 11. На карте, чтобы ты понимал, больше не осталось ЧВК, либо один остался только. Типа на карте 10-12 ЧВК бывает. Блядь, если бы выжил, пиздец, я бы тоже жирно ушел бы оттуда. Да. Там моментов было бы много приятных. Минус, тупо минус карта. Это прям красивая катка была. Еще придуху нашел бы что-нибудь, но так и не нашел уже. На ютубчик, как говорится. Да, ютубчик надо по-любому залить. Сервер уничтожен. Чатик, вообще пушечная катка, по-моему, получилась. Мне очень понравилось. А вам?